Закончился первый раунд в красном Булате Хайджинчбек Белашаров. Кандидат мастера спорта, город Бишкек. 1997 года рождения, боксом занимается 6 лет. Счет боям не ведет. Призер чемпионата Кыргызской Республики. Тренируется под руководством заслуженного тренера Кыргызской Республики Марата Сакеева. Данным соревнованиям готовили заслуженный тренер Кыргызской Республики и Республики Казахстан Тёк Клим Васильевич и мастер спорта международного класса Владислав Визильдер. Закончился второй раунд. В синем углу отдыхает Сыдыкова Амлыбек, республиканский спортивный колледж имени Шагала Сыдыкова. 1998 года рождения, мастер спорта. Боксом занимается 7 лет, счет боям не ведет. Чемпион Кыргызской Республики 2020 года, бронзовый призер чемпионата Азии. Тренируется Амлыбек под руководством тренера Айбека Байсаякова. Данным соревнованием готовили Айбек Байсаяков и заслуженный тренер Кыргызской Республики Кенжибек Акилбаев. Для награждения приготовиться спортсменам весовой категории 54 килограмма.
этом бою единогласным решением судей победу одержал Эсенбекулов Махмудов, Республиканский спортивный колледж.